Всем привет, друзья! С вами Гиф с новостями с выставки Frontier Expo 2017. Что же нам рассказали и показали в ходе прямого эфира? Я сейчас буду говорить только о Elite. Сезон 2018 года выйдет под названием Beyond, что переводится как «За». И будет содержать два больших обновления. Одно из них выйдет в первом квартале 2018 года, второе в четвертом. Для простоты будем считать, что это март и декабрь. Между этими обновлениями будут выпущены два контент-обновления. Что в них будет, не очень ясно. Корабли, SRV, шкурки, без понятия. В первом обновлении изменения игрового процесса будут направлены на улучшение жизни игрока, такие как: когда вы попросите создать инженера снова применить такой же чертеж вместо старого, то характеристики нового улучшения всегда будут лучше старого. Неплохо, хотя и несколько спорное решение, это уберет уникальность кораблей, если все могут получить одни и те же максимальные характеристики, только ресурсы в топку инженеру забрасывай. Если бы меня спросили, как сделать, опираясь на таком улучшении, я бы, наверное, за каждое новое улучшение брал немножко больше ресурсов, раз оно действительно лучше. В очередной раз улучшить систему преступлений и наказаний. NPC полиции будут вооружены лучше прежнего, стрелять начнут точнее, а может быть, они даже научатся предотвращать преступления. Наконец добавят миссии для крыла. Почему наконец? Потому что об этом я слышу с середины 2015 года. Первый раз об этом они упоминали в апдейте Wings. Крылья. А для увлекательной торговли добавят больше данных для принятия торговых решений, что куда возить, зачем, почему, где покупать. Вот это прям такие, скажем, были простенькие нововведения. Я построил этот ролик таким образом, что от минимальных улучшений к более таким позитивным. Улучшения коснутся и добычи руды в астероидах. Нам дадут грубую добычу руды. Разработчики сравнили это примерно, как раньше на Диком Западе взрывали скалы. В общем, нам позволят взрывать астероиды. Ну, по-хорошему, астероидов, конечно, дофига. Че бы их и не повзрывать. Игроки получат доступ к новым технологиям. Скорее всего, продлится эта история со стражами. Может быть, будут новые базы стражей. Может быть, еще что-то найдем. Но это хорошо. Внутриигровые новости будут озвучиваться с помощью приятного женского голоса, и эта технология носит название Galnet Audio. Я боюсь, что эта штука будет англоговорящей. На что я надеюсь, что она позволит слушать новости в фоновом режиме во время полета корабля, а не просто будет их зачитывать со страницы новостей, когда вы туда зайдете. В течение сезона Beyond нас ждет много новых кораблей, показали нам два из них. Первый под названием Chieftain приятно смотрится, размером предположу, что он где-то так с питона по длине, но повыше. Создан на верфях Лакон под чутким руководством Альянса. А из первой элиты к нам идет Крейт, там это был истребитель и здесь, похоже, тоже будет истребитель. Следующее нововведение – эскадроны. Предположу, что это аналоги гильдий. У эскадронов будут свои средства коммуникации, и игроки эскадрона смогут покупать Fleet Carriers. Грубо говоря, это перевозчики флота, этакие авианосцы, но в космосе, поэтому будет логично назвать их космоносцами. К ним можно будет пристыковаться, пополнить запас и возрождаться. Напрямую, полагаю, управлять ими не дадут, скорее всего, глава эскадрона сможет отправить их куда-нибудь. Куда-нибудь подальше или куда-нибудь поближе, надеясь на средства эскадрона, а не на свои личные. Само по себе нововведение очень хорошее, давно мы о нем говорили, мечтали, что можно как-то по-другому строить коммуникации, нежели крыло, а какие-то такие постоянные вещи. Но! А когда человек говорит «но», сразу понятно, что есть где-то подвох. Непонятно мне, где всем этим счастьем пользоваться, про это не рассказали ничего. И тут есть два варианта. Пользоваться этим будет негде, это плохой вариант,
А второй вариант, что будет где пользоваться, просто нам об этом не рассказали. Потому что здесь, ну, явно требуется обновление боевых зон, требуется захват станций, систем, битва флотов и битва эскадронов и еще какие-нибудь такие крутые штуки. Иначе это будет полдела, даже нет, даже четверть дела, потому что, ну, зачем тащить куда-то космоносец, если можно просто долететь до ближайшей станции? Следующее улучшение коснется планет. То, о чем не так давно вспоминали игроки на Reddit, и у меня, по-моему, в группе кто-то вспоминал, что раньше, говорят, GIF было лучше. Трава была зеленее и пышнее, и женщины моложе. В общем, все это вернется, планеты обретут новую цветовую гамму, лучше прежней. У них будет больше выпуклостей, больше впуклостей, больше наземных объектов различного размера. Я так понимаю, это будут какие-то скалы, еще что-то, торчащие из земли камни, уходящие внутрь пещеры, хотя откуда пещеры на планетах без атмосферы, хотя у них, может быть, когда-то была атмосфера, а теперь нет, а когда она была, там бы появилась пещера. В общем, мечтаем. Кроме вот этого всего, будет проведено обновление работы с источниками света, как в космосе, так и вне его, и локальные эффекты тумана на планетах нас тоже ждут. Это все хорошо, правда хорошо, но вот атмосферы, как вы уже догадались, планеты, по-видимому, пока не обретут. В том числе не дадут полетать и в газовых гигантах. Сейчас вы видите концепт-арт ледяной планеты, это то, к чему будут стремиться разработчики, но это, скорее всего, второе обновление в конце 2018 года. Праздник на улице исследователей продолжится. Они получат набор мероприятий для поиска и взаимодействия в галактике. Такие, как, например, миссии по разведке и какие-то другие. Кодекс. Такую штуку, которая будет содержать информацию о ваших открытиях и также выполнять роль, как я понял, галактической энциклопедии. То есть об открытиях чужих. Вот рассказываю вам все это, а не рассказал такой вещи, что дополнение Beyond будет бесплатно для всех владельцев горизонтов. И это большой плюс в копилку фронтиров, что они не берут часть денег за исправление и улучшение игры и продлевают пропуск горизонтов по-хорошему еще на год. Другой информации о монетизации игры пока нету. То есть все, о чем мы спорили, будет ли подписка, не будет ли подписки, ничего не сказали. В общем, все это мы увидим в 2018 году. А до этого нас ждет новый тип 10. Вот он, вид сзади. И злые, ужасные, кровожадные торгоиды, которым, походу, завезли крылья. И теперь они летают по двое, по трое и даже вчетвером. Много или мало показали фронтиры? Вот ключевой вопрос. Меньше, чем я бы хотел. Но больше, чем все вместе за предыдущие полтора года. Ждем Альтарфа с выставки с более подробной, может быть, инсайдерской информацией, фотографиями и видео, а пока довольствуемся этой. На этом все, друзья. С вами был GIF, и удачных вам полетов!